Ни одно современное государство не может обойтись без конституции, свода правил, которых должен придерживаться каждый гражданин. Люди в цивилизованном обществе должны подчиняться этим правилам, знать, какими правами они обладают. Давайте поближе познакомимся с конституцией. Фундаментальные основы конституционного строя, права и свободы человека, надеюсь, еще многие десятилетия будут оставаться прочной, ценностной базой для российского общества. Глубокой древности в отношениях между людьми не было никаких правил и порядков. Каждый творил то, что ему вздумается. Как правило, правда всегда была на стороне более сильного. Но это было несправедливо. Постепенно люди начали приходить к тому, что без законов им никак не обойтись. Законы – это правила, установленные государством, и должны соблюдать все без исключения граждане страны. Их очень много, но основной закон России – это Конституция. В переводе с латинского языка означает «устройство». Она включает в себя список самых важных правил, в которых должны жить граждане Российской Федерации. Знание Конституции имеет большое значение для каждого гражданина. Зная основные правила, можно не наделать серьезных ошибок и избежать сурового наказания. Уверенно отстаивать свои права и свободы. У истоков Конституции стояли ученые и лучшие юристы страны. Они прописали свод основных законов. После проведения всенародного голосования, референдума, была принята Конституция Российской Федерации. Это важное событие произошло 12 декабря 1993 года. Конституция России – это серьезный документ, в котором прописаны следующие важные моменты. Устройство государства и определение главных ценностей. Наивысшей ценностью является человек, его права и свободы. Это значит то, что государство создано специально для решения нужд человека, а не наоборот. В обязанности государства входит не только защита прав своих граждан, но и любого человека, находящегося на территории Российской Федерации. Перечисление основных прав и обязанностей граждан. Несовершеннолетние дети также находятся под защитой государства. Каждый ребенок имеет право на любовь и заботу родителей, на получение медицинской помощи, на жилье, на получение социальной помощи. Каждый ребенок имеет право на бесплатное образование. Главная задача ребенка – хорошо учиться в школе и получить среднее образование.